What's up, man? How are you? What are you doing? Why are you fighting? Вот, всем салам алейкум, знакомьтесь, это самые дерзкие парни у нас в Казахстане, в СНГ, в мире. Жалко, Жалгас уже могу в чемпион Fight Night. Сергей Морозов, чемпион М1. Кайрат Ахметов, экс-чемпион ONE FC. Самые дерзкие пацаны. Когда Джанко выиграл, ну там собак, когда там выиграл, когда ты выиграл. Братан, говорит, у меня, говорит, работа. Я, говорит, не должен никого. Я говорю, тебя понимаю, говорю, ну здесь пацаны. Ну я Кайрат Ахметов. Я вот не мог этого сказать. Типа думаю, я так. Ты что делаешь? Ты не знаешь, кто я? Вот не могу, не мог никто это. Его тоже можно понять, он же братишка, ну, да, же да. Его. Возвращение в Испанию. Понимаете, как американский чиновник. Чемпион Fight Night Жалгас Жумагулов. Чемпион М1 Global Сергей Морозов. Экс-чемпион Лиги ONE FC, боец Лиги ONE FC Кайрат Ахметов. И тренер нашего клуба, тренер Владимир Исмагулов, Игорь Финкс. То, что Fight Night GC хотят сделать, думаю, пусть они делают летом. Я к этому не причастен, у меня еще своя цель. Я всем доказал, многие говорили там, то, что я не чемпион, и все видели то, что я защитил этот титул и против какого бойца. Думаю, всем заткнул их, ты все это увидели. Так что у меня цель висит. Тяжело не было, верьте, всегда с угара нашего. Я вот тебе